В прошлом веке состоялся такой разговор. «Что это такое танец?» «Бессмысленная пляска?» – спросил первый. «Ты заблуждаешься. День прошел зря, если я не танцевал», – ответил второй собеседник, и это был Ницше. На очередном фестивале Центра развития творчества детей и юношества и Сергея Кафлевского «Жаркая дэнс-голография» его участники также не представляют себе дня без танца. Танцевальные школы Салават, Стерлитамак, Уфы и других городов республики отчитались за прошедший учебный год. Летние танцульки, как их назвали организаторы, прошли без каких-либо ограничений в свободном полете фантазии. Вы приезжаете в Стерлитамак не первый раз, я уже вас видела на других фестивалях. Как вам наш город и публика, как вас встречают? Очень нравится, дружелюбный. Очень нравится здесь выступать. Очень много у вас здесь соревнований проходит. Да, и много конкурентов. Концерт, фестиваль, где съезжаются, то есть все представители хип-хопа, уличных танцев, брейк-данса разных направлений и показывают. То есть не соревнуются, а просто как бы фестиваль, обмениваются опытом, меняются своими знаниями. Наша танцевальная группа называется «Вайкап». Существуем мы уже 8 лет. На протяжении всего 8 лет мы едем по разным городам и занимаем первые места. Очень приятно было здесь у вас поучаствовать. Очень все замечательно, все очень понравилось. Танец – это жизнь, можно выразить это эмоции. Вот вы не можете сказать словами «танец», а это эмоциями, движениями, все вот это. Я из Салавата, меня зовут Анатолий, войду в команду Steel City Breakers. Постоянно поддерживаем мероприятия в Стерлитамаке, приезжаем своей командой, привозим зрителей, участников. Как ты понимаешь название «Жаркая дэнс-голография»? Ну, «Жаркая дэнс-голография» – это то, что жара, лето, голография – это те шоу, те движения, которые люди принесли. Они показывают свое видение как бы под музыку этого танца, брейк-данс. Вот вы сегодня какой образ использовали? У нас был образ, это шоу было, два человека, я и Володя Творогов. Образ у нас был, мы хотели показать игры, как бы, Дэнди. Это Марио образ был, образ танчики. Ну, хотели вспомнить старые игры. Человек должен творчески развиваться, то есть креативно мыслить и показывать свою креативность под музыку. В фестивале помимо номинации шоу были битвы за звание лучших в номинациях «Брейк 2x2» и «Октагон», то есть верхние и нижние направления современных танцев. «Жаркая дэнс-голография» получила зачет. Вот вы сидите здесь на полу, вы не боитесь, что вас зашибут? Человек, который танцует, он, по-моему, для него нет боязни пространства. У танцпола есть своя аура, которая притягивает.